Внимание! У вас есть вопросы, где и как можно пройти обследование на коронавирус? Оставайтесь дома и звоните по телефону 118. Если вы были за границей в последние 30 дней, вы находились в одном закрытом помещении или транспорте с больным, зараженным COVID-19. Вы были в тесном контакте с лицом, зараженным COVID-19. У вас высокая температура, кашель, одышка. Позвоните на короткий номер 118 и получите все ответы. Доверяйте только официальной информации. Звоните по единому номеру горячей линии 118.